Hey, yo, чуваки, с вами Серч, и это уже 16-й факт по счету. Погнали! Значит, первый вопрос на сегодня таков. Серч, почему у тебя выходит по 2 видео в день? Ну, во-первых, у меня выходит по 1 видео в день, это летсплей каждый день в 12 часов дня по Москве. Ты, наверное, просто попадаешь в такие моменты, когда либо это среда, либо это воскресенье, либо это пятница, либо это еще какой-то другой день-дель, когда рандомным образом может выйти какое-то определенное видео. Ну, наверное, поэтому и складывается у тебя впечатление, что в день выходит по 2 видео. А так, дефолтом по 1. Второй вопрос. Йоу, манига, мэн! Ну, прям так и написано. Как ты относишься к мускулкарам? Какой мускулкар тебе нравится? Мне нравится вот этот мускулкар, это первое. Второе, я отношусь к ним классно. Вот. Серж, ты будешь играть в Майнкрафт? Следующий вопрос. Серж, как ты относишься к стратегиям? Играл ли ты в Warcraft, Frozen Throne, Starcraft? И к той стратегии отношусь вообще прям вот на так. В Warcraft 3 я играл вообще будучи школьником, когда сбегал с уроков с чуваками в компьютерный клуб. Starcraft тоже тогда играл, но сейчас я к этим стратегиям как-то вот как-то так отношусь. То есть мне больше нравится вот на телефоне в них играть, и то я даже на телефоне редко когда играю. А так отношусь нормально, да, особенно к онлайн. Правда, не пробовал ни разу. Серж, как ты проводишь свободное время и долго ты времени тратишь, как я провожу свое свободное время и долго ли я сижу за компьютером? Свободное время я провожу настолько свободно, что отрываюсь по полной. За компьютером? Да нет, недолго. В основном это бывает 3 часа в день, может быть, как-то так, может быть, 4. Знаешь, иногда бывает так, что прям куча всего надо сделать, и бывает так, что сижу прям по 9 часов за компьютером. Это большая цифра, на самом деле, и ты такой встаешь, так, боже мой, неужели я встал из компьютера, боже мой, дайте пожрать, дайте попить, я умираю. Ну вот как-то так иногда бывает, но это бывает очень редко. Серч, играл ли ты в Heroes of Midgard and Magic 5? Нет, я не играл в эту игру, соответственно, у меня нет никакого мнения на этот счет. Серч, как ты относишься к лени? К лени вообще ужасно отношусь, ненавижу ленивых людей просто. Раньше сам был полным лентяем, засранцем и вот, но все-таки надо бороться с ленью, ребят, это вообще плохое качество. Привет, Серч, что ты думаешь про уровень сложности псих, мазафака, в игре Outlast, бич? Есть ли у тебя желание попробовать пройти на этом уровне сложности? Слушай, ты знаешь, вообще желание есть. Да, у меня есть желание пройти эту игрушку на уровне сложности псих, но что-то как-то я думаю, что далеко я не уйду. Ты вроде говорил, что в Far Cry 3 два острова, а ты прошел один. Будешь снимать продолжение? Ну ладно, сделаем скидочку, что этот вопрос был задан 5 июля. Серч, go в до... Так, следующий вопрос. Серч, что за книжку ты читал 3 часа, под которую заснул? Факт номер 5. Блин, надо было подготовиться и посмотреть, что я там за книжку читал в факе номер 5. В смысле, рассказывал об этой книжке. Ну, из памяти могу сказать, что это либо книжка «Ответ», либо книжка «Ключ». «Ключ» написал Джо Виталли, по-моему, как-то так зовут автора. Ну вот, по-моему, это та и есть книжка. Серч, как ты относишься к женским скинам в Warface? И не думаешь ли ты поиграть в The Hetman Shadow Ward? Man, bitch, yo, maniga, little pony, motherfucker, yo, yo. Короче, как я отношусь к скинам в Warface? Мне похеру, честное слово, хоть там, я не знаю, ну, когда я играл и были женские скины, чуваков называли трансвеститами, ну, вот как-то так, трансы. Это знаешь, как типа, раньше было модно писать гей-парад, когда, ну, вам знакомо это, я думаю. А сейчас, когда ввели скины, было модно писать, а, смотрите, транс бегает. И не думаешь ли ты поиграть в The Hetman Shadow Ward? Если бы я знал, что это, быть может быть, я тебе и ответил бы сейчас на вопрос, но, блин, я не знаю, что это за игра. Привет, Серч, покажи коврик. Тебе что, с пола, что ли, поднять? Нет, у меня коврика от мыши нету. Серч, будешь снимать отличный хоррор Dead Island? Это не хоррор, это бродилка, убивашка времени, по-другому я, в принципе, назвать ее не могу. И ты знаешь, наверное, нет, я не буду снимать Dead Island. Какой ник в Стиме? Хороший вопрос, я вам вообще давно хотел
давно хотел что? Давно хотел свой Steam показать публике. Короче, мой ник в Steam следующий. А зачем вам мой ник в Steam? Ну, ладно, давайте так. Это, конечно, круто. Все дела. Знаете что? Давайте, короче, я вот прям после этого фака в группе в течение часа организую пост по поводу добавления меня в друзья в Стиме. Я не знаю, там есть лимит или нет там лимита. Плюс я еще создам сообщество в Стиме, чтобы вы там все как-то кооперировались. Кстати, будет, да, слушайте, это классная идея, потому что с помощью этого сообщества вы сможете найти новых друзей, познакомиться через Стим, соответственно, найти какие-то кооперативные игрушки, в которые вы можете погамать. Чувак, вот такую идею подал. Прям вообще респектос тебе. Значит, Серж, а почему при завершении работы в Windows мы всегда нажимаем на кнопку «Пуск»? Нет, ну есть, конечно, такие твердые чуваки, которые просто зажимают кнопку выключения на компьютере, либо сразу выдергивают из розетки. Почему? Ну, потому что это правильно. Так правильнее завершать работу Windows. Я надеюсь, я удовлетворил твой вопрос. Ответом своим на твой вопрос. Да. Привет, Серж. Мой вопрос такой. Ты знаешь и много играл в разные хорроры, мэн. Так вот, бич. Какой хоррор, мазафака, на твой взгляд, самый предсказуемый, фак? Ведь наверняка есть такой, бич. Ну, я просто... Вот. Короче, какой хоррор самый предсказуемый? Слендер. Это очевидно, что ты понимаешь, что вот ты сейчас возьмешь записку, и говнюк вылезет из-за угла и напугает тебя, и ты будешь драть волосы на спине. Это была голова. Серж. Здорово, в смысле, привет, Серж! Hello, man! Будешь играть в игру, если уже понял концовку. Да, я, конечно, ненавижу придурков, идиотов, мудаков, раздолбаев, высказался, которые постоянно спойлерят. Особенно, знаешь, такой интересный момент, я даже двух прям мудаков, откровенно говоря, забанил на канале за то, что вот перед финальной серией Far Cry эти дебилы мне сказали, что... Кого там? Сэма, что ли, убьют? В общем, я был очень зол на них, и я просто взял и забанил их к херам. Поэтому я ненавижу, когда чуваки спойлерят инфу по поводу игр, но я все равно доиграю, если игра понравилась. Привет, Серж, как жизнь? Не болеешь? Да нет, вроде все окей. Какую игру ты ожидаешь более всего? Не поверишь, наверное, как и все, GTA 5 на ПК. Просто хочу с братюнями позадротить в онлайн, заснять вам кучу видосов, и чтобы вы все прям сидели хохотали. Вот такенная штука. Привет, Серж, играл ли ты когда-нибудь в Assassin's Creed? Нет, я в Assassin's Creed не играл. Почему? Потому что... Хрен его знает. Что-то как-то... Не знаю. Привет, Серж, будешь ли ты проводить конкурсы? Ой, ты знаешь, такой сложный вопрос. Прям как бы... Вот прям вот знаешь, как бы и не ответить-то вроде как бы сразу. Вот, но все-таки да. Я буду проводить различные конкурсы. Чуваки, это был последний вопрос на сегодня. Сейчас вы видите на своих экранах так называемый ответ недели на вопрос недели. Вопросом недели был... вопросом следующей недели был следующий вопрос. Значит, напишите в комментах, это даже не вопрос, а... Ну да, как обычно, побуждение. Напишите в комментах свои там страхи из детства и на данный момент, которые вы, собственно, испытываете, которые вы запомнили и, в общем, как-то так. Да. Вопросом на этой неделе будет следующий вопрос. Вот прям, знаете, прям вот представьте, что вы у бабушки в деревне. Даже если у вас нет бабушки, ничего страшного. Просто представьте, что вы у бабушки в деревне. Вы сидите за столом, просто за швейцарским, мать его, столом, который накрыт различными вкусняшками, салатики, картошечка, рыбка соленая, боже мой, жрать хочу. Короче, там вот эти все вкусности. В общем, напишите в комментах, какое бы меню вы хотели бы видеть на этом столе. И обязательно напитки. Да, вот это прям такой, прям, в общем, знаете, это будет... Когда будет кто-то читать, прям слюнь потекут, он сразу бежит на кухню и будет жрать. Вот. С вами был Серж, это был 16-й факт по счету. Чуваки, спасибо большое за внимание. Палец вверх, не забывайте оставлять коммент снизу. Ну, в любом случае, оставляйте коммент, потому что вам нужно ответить на то, что я вам только что предложил. Вот, подписывайтесь на сообщество ВКонтакте, ссылочка будет прямо вот через пару секунд. Подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Также вот нажмите, короче, вот
Это самое, чуваки, случилась, короче, небольшая печалька. В общем, все, что я вам хотел сказать, я сказал. Это был 16-й факт. Спасибо большое за внимание. Кстати, можете нажать вот сюда сейчас и перейти на предыдущий факт. На том факте нажать еще раз туда и перейти на следующий факт. Короче, всем спасибо за внимание. До скорой встречи.